Один из самых ярких балетов «Дон Кихот» завоевал любовь зрителей по всему миру. И не случайно. Искрящаяся музыка, вихрь страстного танца, ритмичный стук кастаньет, завораживающие прыжки и виртуозные фуэте. Все это ждет вас 26 ноября в Бурятском театре оперы и балета. А теперь о погоде на среду, 16 ноября. В студии Евгения Циренова. Здравствуйте! В ближайшие сутки по республике облачно, ветер южный, порывами до 4 метров в секунду. По северным районам пасмурно, ветер южный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 7, минус 2, днем температура воздуха минус 4, минус 1 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. На юге малооблачно, ветер юго-западный 2,2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 10, минус 6, днем температура воздуха минус 9, минус 4 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. В Улан-Удэ облачно с прояснениями, ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 11, минус 7 градусов, днем минус 10, минус 5 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. Это был прогноз погоды на среду, 16 ноября. Ждем вас в Бурятском театре оперы и балета и напоминаем, что все мероприятия участвуют в программе «Пушкинская карта». До свидания!